Нервы как трубы. Шон, это... Надо разрезать нерв, чтобы удалить миому. Но если вновь соединить концы... Диаметр опухоли 4 сантиметра. Слишком широко, чтобы соединять. А нервы, как известно, не растягиваются. Растягивать не придется. Дальний конец полового нерва можно соединить с латеральным кожным нервом внутреннего бедра. Что выберешь, потерять чувствительность в бедре или в гениталиях? В бедре, конечно. Он прав? Так можно? Да, это возможно. Электроды проводимости на месте. Давайте импульс. Сработало. Оба молодцы. Спасибо. Спасибо. Вы оба превосходно работаете. Если вам что-то понадобится, даже просто поговорить, то... Моя дверь всегда открыта.